Чувствую, когда суббота, и очень захотелось такого завтрака. Это масштаб. Мама постаралась, да, дети? Тем временем. Мартин, ты живой? Тоже хочет позавтракать. Что это у тебя за бутерброд? Я сейчас сделал. Хелим. Фасоль и сосисочка. Обалдеть. Ничего, вкусно? Крутяк. Вот вы думаете, что я шучу, а на самом деле нет. Мне уже директ начали писать о том, что я худая и выгляжу как смерть. И мне больше идет с круглым лицом. Так что буду набирать. Белл, ну что себе ты заказала себе? Ты же лопнешь, деточка. Это я не буду есть. Не будешь? Да ладно, не обманывай. Это ты все себе заказала. Видите, подключайся, пока Белл не сказала, кушай троллы, Белл, показывай. Только на тарелке. О, вообще шикарный способ. Молодец, я тебя поздравляю. Что происходит? Ой, я думала, Биби вылизывает ему шорстку, а кусается. Был тут. Ой, какой красавчик. Тут, конечно, они любят укладки. Очень красиво. Мить, не наша машина. Куда пошел? Пойдем. Нравится? Супер. Пойдем. По соточке. Давай уже. Что, не выбил спейр. Теперь моя очередь. Я должна выбить спейр, чтобы выиграть. Короче, у меня второе место. Муж выиграл, Митя на третьем. Но неплохо. Вторая игра. А это Рит для тебя. Рита нас дразнит красивыми видами Кипра, морюшком, шикарной погодой, а я подразнюсь малиной. Это любимая ягода Риты. А на Кипре она не растет. Передает тебе малинка привет. Ой, Кирюш. Сегодня бешеный ветер. Посмотрите, какие молнии. Да. Обалдеть. Мы приехали в аквапарк. Наш первый урожай, наши персики. Я дождалась, пока они станут мягкими, и тогда сорвалось дерево. Это еще не все, там остальные дозревают. В общем, сейчас будем пробовать. Был, кусай. Наш первый персик с дерева. Вкусно. Скажи, нравится? Очень вкусно. Эти кусай. Это наш первый урожай. Правда? Да.
с нашего дерева. Вкусно? Угу. Всем доброе утро. Хотела вам рассказать одну историю. Каждый раз, когда я проезжаю мимо нашей деревни, направляясь к дому, проходит мимо старичок, который живет в одном из старых домов. И он каждый раз машет мне рукой и здоровается. Хотя никогда в жизни мы не были знакомы. Вот, в общем, это настолько поднимает настроение, настолько становится приятно, что не передать словами. Вот. Так что представьте, что я 80-летний кипрский старичок, который машет вам ручкой и желает хорошего настроения. Так, здесь ладненькие тут лежат, а?